В эфире телекомпании «Город», программа «Городские встречи». Мы приветствуем наших зрителей. И сегодня у нас в студии Марина Кощеева, начальник управления по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани. Здравствуйте, Марина Владимировна. Добрый день. Как всегда, рада вас видеть в нашей студии. Спасибо. Ну что ж, конец учебного года. Ну, у вас по физкультурной стезе, поэтому у нас тема коснется ГТО, да, сдача норм ГТО. Сейчас уже завершился процесс сдачи, да, ребятами, школьниками. Норм ГТО. Вот расскажите, пожалуйста, о результатах подробнее. Если можно, я немножко напомню, да, что 2 года назад, в марте 2014 года, вышел указ президента Российской Федерации о возрождении Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне». И уже 11 июля в постановлении 540-м вышли те положения о физической подготовке граждан Российской Федерации. В этом положении расписано, что ГТО сдают по 11 ступеням, возраст от 6 до 70 и старше лет, и 3 уровня сложности – это соответствие золотому, серебряному и бронзовому значку. С 16 года все школьники, то есть 1 по 5 ступень, конечно, по желанию, но должны сдать нормы ГТО. И вот за эти 2 года мы провели огромную работу по апробации Всероссийского комплекса ГТО. Были определены 4 общеобразовательные школы. Это 15-я, 41-я, 47-я, 64-я и дошкольное учреждение 118-й детский садик, на базе которых весь 14-15 год шла апробация. Провели очень много мероприятий спортивных, в которых и взрослое население попробовали себя в сдаче норм ГТО. Работники органов местного самоуправления в рамках спартакиады уже 2 года сдают нормы ГТО, и более 60 человек приняло участие в этой сдаче. Нам приятно, что есть люди, которые уже сейчас готовы сдать на золотой значок. Но, к сожалению, взрослое население у нас будет сдавать только с 2017 года. В этом году мы провели первую спартакиаду межнациональных диаспор, в рамках которой также взрослое население сдали нормы ГТО. По отзывам очень понравилось, люди поняли, в каких видах они сильны, в каких нужно еще к следующему году себя подготовить. Все наши спортсмены в рамках фестиваля «Спорт и мода на спорт» 2 года уже сдавали нормы ГТО, и у нас определились победители, лидеры. Но и опять же, ребятки знают, где нужно, в каких испытаниях себя подготовиться более лучше. Мероприятий было очень много проведено, и более 3000 жителей города приняли участие в апробации нормативов. Для определения нашего объема нашей работы был создан центр тестирования, и мы предложили всем школьникам зарегистрироваться на сайте gto.ru для того, чтобы получить ID-номер. На сегодняшний момент больше 20 тысяч ребят желают сдать нормы ГТО. И вот в мае месяце мы провели фестиваль, где пригласили ребят уже с 1-й по 5-ю ступени прийти и сдать нормативы. Давайте поговорим сейчас о привилегиях. Да? Каким образом можно заманить, скажем так, нашу молодежь на сдачу комплекса ГТО вообще? Это как-то в институте поможет, еще где-то? Да, мы надеемся, что те школьники, которые в этом году, старшеклассники, сдали нормы ГТО, а их у нас 445, и из них 150 ребят получают золотой значок, они помогут поступить в высшее учебное заведение. Наше учебное заведение города также подготовили дополнительные баллы для лидеров спорта, да, для тех, кто получил золотой значок. Например, Рязанский медицинский университет 2 балла добавляет, Рязанский радиотехнический университет от 2 до 4, Рязанский государственный университет 2 балла. И, например, агротехническая академия, она добавляет, вернее, при равенстве баллов дает больше преференции тому, у кого есть значок ГТО. Ну вот если все-таки не устроил результат, можно ли пересдать? Да, конечно. Это дело добровольное, поэтому, конечно, через 2 недели после того, как не получилось какое-то испытание сдать, каждый может прийти, отметиться в центре ГТО, что он готов, и попробовать пересдать. Таких пересдач может быть до 3. При каждом уровне, при каждой ступени, да, то есть если при 1-й ступени ребенок не смог проплыть, да, у него есть время, 1-2 года для того, чтобы научиться плавать, и уже 2-й ступени прийти и сдать этот норматив.
Нормативы у всех сейчас одинаковые, но я не говорю не про возраст, да, например, у мальчиков и девочек они одинаковые? Разные? Нет, они, конечно, разные, да. Во-первых, чуть-чуть уменьшилось количество обязательных испытаний, да, их стало 4, было 6, да, и по выбору тоже увеличивалось. Например, есть ступени, где их 12, да, и для того, чтобы сдать на золотой значок, нужно их 8, да, то есть каждое испытание из этих 8 нужно сдать на золотой значок, тогда только человек получает золотой значок. Но там как в советские времена нормативы-то? Или... Они достаточно выполнимы, ничего там страшного нет, да. Мне кажется, наоборот, какая-то гордость у ребенка там, или у взрослого даже человека, что вот я смог отжаться, я мог потянуться, просто наклон сделать на гибкость, проверить себя. Ну и скоростно-силовые есть испытания, да, насколько я пробежал на короткую дистанцию, на длинную дистанцию. Ну, в общем-то, это еще и пропагандирует здоровый образ жизни, потому что ребятки сейчас у нас много времени сидят, проводят, да, и в школах сидят, и за уроками потом сидят. Ну, вот вообще о пользе. Ну, конечно, гиподинамией страдаем мы сейчас все и взрослые, да, потому что рабочие места часто связаны просто сидя за столом, да, и наши дети сидят не только в школе, но и сидят потом в социальных сетях. Эта гиподинамия, конечно, сказывается на физической подготовленности, да, а мы знаем прямую зависимость, да, чем больше мускулатуры, тем больше кислорода поступает в головной мозг, и тем быстрее идет процесс, да, да, процесс обучения, и ребенок лучше осваивает материал, который дают в школе. По ГТО, наверное, какое-то пожелание сейчас ребятам, пока вы здесь у нас в студии? Да, хочу призвать всех ребят приходить сдавать ГТО, потому что это вы узнаете не только о своей физической подготовке, а если вам не удалось самому подготовиться к этой сдаче, приходите в наш муниципальный школ, мы рады вас видеть. В сентябре откроются двери 13 спортивных учреждений города, где 44 вида спорта, вы можете выбрать любой для, по выбору. Угу. Ну, Марина Владимировна, пока вы у нас в студии, я, наверное, вас все-таки буду одолевать по спортивной тематике. Вот у нас в городе сейчас наступит каникул, да, какие-то спортивные школы на лето закроются, открываются лагеря, где они будут работать, что там будет организовано для ребят? Понятно, что для спортсмена, да, такой большой промежуток не тренироваться невозможно, поэтому наши спортсмены обязательно учебно-тренировочный процесс проводят в загородных лагерях. А также есть у нас городские лагеря, где ребята в течение июня будут заниматься в нашем городе, и будет организовано все для этого. Спортивная школа «Антей», греко-римская вольная борьба, спортивная школа «Волна». Также будут продолжаться тренировки на карьере по гребле, по плаванию еще будет открыты бассейн, тренировки будут продолжаться, поэтому лагеря у нас будут открыты. Также в школе «Орион» ребята, которые занимаются футболом, будут продолжать заниматься пока в городе. В преддверии первых летних деньков, да, когда у нас и День защиты детей, многие люди в отпуска пойдут, вот у нас какие мероприятия, которые все-таки объединят народ, пройдут в городе в ближайшие дни? У нас сейчас уже началось на этой неделе очень большое мероприятие «Спорткет трудящих», где взрослое население города совершенно различное. Это и муниципальные учреждения, крупные предприятия, как приборный завод, нефтеперерабатывающий завод, троллейбусный парк, автобусный парк выставили свои команды для того, чтобы посоревноваться, насколько действительно работники этих предприятий занимаются спортом. Да? В рамках этой спорткиады они также сдавать будут завтра ГТО. Приглашаем вас прийти в спортивный манеж «Юность». Там будет это мероприятие в 10:30 открытия. И хочу пригласить всех жителей принять участие в велопараде, который будет проходить в нашем городе уже третий раз. Вышло постановление правительства, где велопарад мая месяца уже является ежегодным, пропагандирующий здоровый образ жизни и экологически безопасный вид транспорта в черте города. Сколько человек уже подали заявки? Регистрация идет. В прошлом году у нас было 3500 участников, в этом году надеемся, и с одной стороны даже боимся от количества, думаем, что он дойдет до 5000. Напомню, что старт 12 часов с Соборной площади, регистрация с 10 утра 29 мая, дистанция от Соборной площади до торгового центра 5 мол.
Ну, замечательно. Марина Владимировна, что ж, я вас благодарю, что вы нашли время, пришли к нам в гости. Спасибо за интересную беседу. Я надеюсь, что она была полезна для наших зрителей. Это была программа «Городские встречи». Марина Кощеева сегодня была у нас в студии. А мы с вами увидимся скоро. Всего вам доброго. Оставайтесь с нами.